потому что люди старшего поколения, во-первых, примером всегда во всем являются. Заплати за отопление и горячую воду заранее и получи подарок. Представитель компании «Энергосбыт Плюс» вручает 32 сертификата на покупку бытовой техники добросовестным потребителям коммунальных услуг. Всегда я так плачу просто. Да. Привычка – это вторая натура. Быстрее заплачу, спокойно, как говорится. За все всегда вовремя надо платить, потому что если ты не будешь платить, кто за тебя будет платить? Даже не ждал и не думал. Честно говоря, повезло, наверное. Теплоэнергетики впервые поощряют горожан ценными призами. Подобный эксперимент помог компании обеспечить высокую собираемость платежей среди физлиц – более 97%. Эффект от этой акции очень большой. Не секрет, что с нашей точки зрения стимулировать людей на выполнение своих обязанностей по оплате – это дало нам приятную возможность повысить собираемость по городу Самаре физлицам. По большому счету, большинство управляющих компаний обманывают нас и оплачивают нам значительно ниже той части, которую они получают от собственников на квартирных домах. Управляющие компании перечисляют Т-плюс лишь 75% платежей жильцов. К таким обслуживающим организациям будут приниматься самые жесткие меры, вплоть до подачи исков в суд и обращений в полицию. Сейчас общая сумма задолженности потребителей за тепло и горячую воду по Самаре составляет около 6 миллиардов рублей.